Пить коктейль ему можно, он не отравится? Сейчас. Тут невозможно не снимать. Так, уже пишем, да? А вот так начинается наше утро. Вот так начинается наше утро. Привет! Все отняли у тебя. Так, вот с планшета иди сюда. Ой, к нам пришла киска. Киска к нам пришла позавтракать. А то я поняла, что меня их будут забирать. Я думала, они все мои. Я уже почти научилась его делать сама. Доброе утро! С вами я, Анна Мур, психолог, арт-терапевт, практик гармоничной жизни. И сегодня мы поговорим о выходных. Чем заняться в выходные? Чаще всего в выходные мы делаем что? Уборку дома, неинтересные занятия, лежим около телевизора. А все это ничему хорошему не приводит. Энергия заканчивается. Поэтому все встаем дружно и выходим на прогулку. Давайте посмотрим, какие у нас есть интересные маршруты по Израилю. Можно попутешествовать, пройтись, съездить по горам, посмотреть крепости, либо сходить на море, прогуляться. Тем более, что если проходить в день 10 тысяч шагов, то фигура станет совсем другой. Учеными доказано, 10 тысяч шагов в день – и хорошее настроение вам обеспечено, так же, как и фигура. Вместе с этим у вас будут воспоминания на всю неделю. Красивые фотографии для соцсетей, для подружек, для знакомых, для людей с работы. Все будут вам завидовать, поэтому выходим из дома и идем на прогулку. Не по магазинам, не с ребенком прогуляться на площадку, а на красивую прогулку по интересным местам. То, что принесет вам удовольствие, только вам. Все. А также сегодня вечером я расскажу, как противостоять токсичным людям в интернете и в жизни. Приходите на вечернюю программу «Путешествие на ощупь». Нас можно увидеть на телеканале Art Hall Television, в Фейсбуке или Ютубе, а также послушать на радио radio.arthall.pro. Если у вас будут какие-то вопросы по теме или вы хотели, чтобы в программе осветили какую-либо тему, напишите, пожалуйста, на телефон +972 542 569 569. С добрым утром!